Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня будет очередной, я думаю, интересный обзор и интересная сборка героя с ByteDance, танцем Лезвий, новым талантиком. Блин, только что переролил 400 коробок, нифига не словил. В итоге вспомнил, что я был покупал паки, там покупал талантик, и мы сейчас его используем. И с героев я вам показал Кинди, довольно-таки неплохо. Душегуб меня вообще удивил. Огника я вам показывал на Тайване. Сегодня я хочу протестить розочку. Почему именно розочку? Сейчас я вам расскажу, покажу. Вот она. Одна со живой. Я со живу заберу. И одна со со. Можно было, в принципе, у меня есть там эмблема 7, но я хочу уже на максималке посмотреть, чего ожидать от героя. Наносит она процентуальный урон по зоне. Также имеет уменьшение на 70%, что, в принципе, уже хорошо. Плюс, если брать... Вот, видите, эмблемка есть. Но тут не особо много дамага. Вот смотрите, семерка 6400 дает, а тут семерка 1600. Ну, процентуальная очень маленькая. Вот, эмблемой мы ей поставим сейчас. Ну, конечно, я показывал вам, что он работает все очень круто на извороте. То есть, чем больше вашего героя будет у ворота, тем это лучше. Так, это у нас ожоги. Заглянули, 9 СО у нас есть. По-моему, было. Если нет, то сейчас сделаем. Вот, попробуем еще с изворотом. Ну, мне кажется, этого хватит. По чарке. Чарка стоит Священный Суд. Как по мне, она получше будет, чем новая чара. Так хоть и дает 50% жизни сверху и отхил от удара. Но не все герои всегда бьют. А вот отхил здесь увеличивается 2 раза от уклонения. Ну, то есть 2 раза от уклона, от таланта. Поэтому плюс герой имеет еще встроенную встроенный отхил. Это тоже, в принципе, немаловажно. Так, окей. Зачем я снял, не знаю. Мы сейчас сделаем. Так, восьмерка есть. Отлично, делаем апгрейд. Делаем апгрейдик. Такс. Да, кстати, сюда будет СО поставить вторым талантом. Апгрейдик сделали, поехали. Вот она. Попробуем с СО, а потом попробуем что-то другое еще. Так, вот так вот оно у нас собрано. Сейчас покажу вам. Здесь у нас уклонение. Сейчас мы вместо душегуба поставим. Потом попробуем с изворотом. Как она будет получше, похуже. По питомцу. Вот опять же вопрос. Давайте попробуем ее как вариант для битвы гильдии. То есть питомец у нас будет цеп для зданий. Ну, 30-е прорывы, все дела. Поехали. Она может не уклоняться сейчас сильно, вот в чем. Хотя, в принципе, не уклоняется, но, как видите, проседает. Проседает, причем серьезно так проседает, но успевает себя отхилить хорошо. Тут посмотрите, какие 30-е, 46%. В принципе, я считаю, довольно-таки неплохо. Против таких героев очень даже ничего. Давайте еще попробуем. Потом попробуем поставить изворот. Если дальше не зайдет, пойдем на PvP, там уже нам цепь не нужен будет. Там мы попробуем слона.
У нее иммунитет к стану, как видите, то есть вот это самое основное. Вот миссы проходят, в принципе, прилично. Посмотрите, что без проблем можно бегать. Сборочка тоже вполне достойная и интересная. Вот нам кинули недомогание. Да, недомогание, видите, сработало в итоге. У нас урезан отхил. Но это, в принципе, нам не мешает. Да, мисса вполне приличная, я вам скажу. Вот 5 уклонений, этого вполне хватает. Баталан срабатывал хорошо. Так, ладно, давайте еще одного противника найдем, такого какого-то интересного. Вот посмотрите, как она разлетается. Вроде как бы и разлетается, да? Но недомогание все равно делает свое. Против недомогания, это, конечно, жесть. Даже 9 СО Дэв не спасает. Хорошо, давайте попробуем вариант с выживанием. Мы уберем, конечно, в данном случае у нас Дэв и жизнь, но мы будем иметь немножко больше отхила. Ну, тут за счет скилла, я думаю, можно выживать вполне. Опять же, это все зависит от противников. Если у противников будет, на всех героях будут водушки, это нас не спасет, плюс недомогание. Нам ничего не светит. Ну а так, в принципе, довольно-таки прилично. Миссы проходят. Плюс отхил, плюс неуяз. В принципе, неплохо. Ну, то есть так, чтобы вы понимали, вот такие вот базы, в которых есть там Фрей и все остальное, такими героями в такой сборке проходится на ура, благодаря питомцам. Так, вот и Фрея подоспела. Ну, все, слили. Ну, дефа мало. Маловато, маловато будет. Это так, мы смотрим сейчас для битвы гильдии, что можно придумать интересного на данном герое. Потом пойдем на PvP локации. Так, давайте 9. Так, это у нас ПДшка. Ищем душика. Для PvP локации сюда помимо цепа цеплять, допустим, либо ангела, либо слона, я думаю, мы сейчас тоже посмотрим, как оно будет работать. Так, против героев. Что мы имеем тут? Охник. Ну, изворот хорошо работает, но, видите, все равно не хватает. Сколько бы у вас там не было уклонения, все равно по герою попадает. Если у него нету хотя бы там каменки, либо СО, то есть дефных вариантов, либо того же самого рвения, его будут очень хорошо пробивать. Смотрители пробивают, потом Фрея добивает. То есть герои с автопроком и все остальное. Поэтому вариант такой вот классный на начальных этапах, на топах. СО, как по мне, в данном случае самый такой хороший жирный вариант. Так, давайте попробуем теперь на PvP локации сходить. Либо давайте просто попробуем не здание уже бить, наша цель, а потягаться с героями. Самая большая проблема — это недомогание и смотритель, который сносит больше половины жизни вашему герою, и, соответственно, он ничего сделать не может. Вот вам противостояние 9 СО.
против Фрейя. Как видите, отхил благодаря чарке, благодаря таланту. Очень крутой. Даже недомогание нам кидают. Это пофиг. Ну, мы дальше не пройдем. То есть вот Фрейя бьет, она миссает. У нас сразу же отхил на фул идет. То есть Фрейя убить такого героя не может. Ну и конечно мы тоже Фрейю не бьем, потому что там тоже скорее всего на отхил что-то стоит. То есть либо чарка. А ставить чарку сюда на отхил плюс 50% жизни, ну не знаю, бессмысленно. Лучше 40% и плюс увеличить каждый отхил в 2 раза. То есть священный суд будет на этом героя получше, что вы видите в принципе сейчас. Без проблем, недомогание, вот Фрейя пробивает 25к, недомогание срабатывает и сразу же фуловый отхил. Вот поэтому советую такую сборку, если у вас есть возможность сделать себе. Плюс урон увеличен, но этот урон, честно говоря, не особо спасет, все равно герой бьет процентуально. Вот давайте, кстати, против Розы с Володушкой попробуем, интересно посмотреть. А, тут нас сейчас ушатают. Смотрите, сколько накидали нам всего. И смотрите, мисс прошел и сразу же фуловый отхил. Вот, вот чем хороша новая, ну не новая чарка уже, а предыдущая, плюс новый талант. Они вместе взаимодействуют очень круто. Деф плюс атака получается, плюс отхил. И посмотрите, опять фул отхил. А дамажат нас неплохие герои с воодушевлениями. То есть все дела, космо... Там еще у нас ворожей. Ну вот слили наконец-то. То есть герой такой более-менее универсальный в такой сборке. Поехали попробуем. Ну тут на арене. Вряд ли мы против кого-то попробуем ее. Ну, постараемся затестить. Противники не нашего уровня, конечно. Вот, миссы выходят очень круто со слоном. То есть слон намного лучше в данном случае, чем ангел, потому что он дает возможность уклонения. А от уклонения у нас каждый раз отхил. Ну, понятно, видите, мы их убить тоже не можем, мы не можем зарядиться. У нас идет... конкретный забор энергии, там либо корка у кого-то, не знаю. Кто у нас там с героев против нас. Короче, забирает у нас энергию полным ходом. Мы не можем включить свой скилл. Так, одного героя минуснули. Ну, смотрите, как герои слабенькие, вообще первые эволюции. Держат такого монстра без проблем, не дают просто зарядиться, мы висим на голубях и жесть полная. Хорошая сборка героев. ПБшка улетел сразу же на ура. Нам чуть-чуть времени не хватило, к сожалению. Ну тут противники не те. Поехали. На ЗБшке попробуем. Тут более интересно будет на это все посмотреть. Ну если опять же будут топовые противники сейчас у нас. Без проблем. Универсальная сборка, урон, деф, отхил, уклонение, процентуальный урон, то есть получается, вы ничего не сделаете этому герою. Это из той серии, когда вы попадете на героя, которого нереально убить. Да, его можно убить, смотритель может ударить, там попасть, можно 30-е прорывы, но, блин,
Очень сложно будет убить попасть, если будут максимальные уклонения, герой не станется, то есть очень печально все будет. Я уже показывал таких героев, надо будет ради интереса потестить в трех пачках, посмотреть. Ну, тут противников, как видите, на этой силе тоже не особо много. Вот видно, что герои вражеские не попадают, очень много миссов, соответственно, они не могут зарядиться. Хотелось бы какого-то встретить огника. Ну, наверное, вряд ли мы его встретим. В общем, такая сборка довольно тоже-таки неплохая. Но опять же, она донатная, если у вас есть ISO эмблемы. Потому что, как видите, многие таланты. Можно еще с маскировкой попробовать как вариант. Но не факт. Потому что по герою может нормально прилететь. Вы знаете, маскировка срабатывает, когда у героя меньше 30%. Хотя, в принципе, у героя есть пониженный деф. Все может быть. Надо будет протестить сейчас. Сейчас посмотрим. Еще такой вариант. Это лазуля есть. Может, там есть огник? Нет. В моем топе вряд ли. О, Махатма с отхилом, это, конечно, интересно. Без варианта. Просто без вариантов. Все, закончились у нас поинты. Ну, давайте даже восьмую вцепим. Без разницы, какая маскировка, она срабатывает. Срабатывает одинаково. Ну вот видите, по герою попали. В принципе, уходит в инвиз и сразу же отхил. Но второй раз попали, и все, у нас кулдаун не соблюден, и мы, к сожалению, ничего сделать с этим не можем. В общем, вот так вот, ребят, пишите комменты, что вы думаете по поводу героя. Герой действительно очень интересный, универсальный, скажем так. Самое плохое то, что герой вроде как бы условно бездонатный, но без донатов его реально очень сложно собрать. Не знаю. Напишите, кстати, интересно в комментах, кто сколько из бездонов собрал уже осколков именно розы. Потому что у нас есть локации, где ее можно собрать. То есть там, где воевать со смотрителями. Но там шанс такой, что это просто Unreal. Вот. Вот такая вот сборка розы. В принципе, статки... Как видите, уклонение 6000, этого хватает, но здесь максимальный прорыв. Поэтому, что тут сказать? Герой интересный всегда будет, но
Есть сборки, где он тащит лучше, хуже, но если есть SO эмблема, это в принципе как вариант какой-то ланг можно поставить, и она будет на PvP локациях довольно-таки интересна. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.